Всем привет, вы на канале Час Ремонта, а сегодня я представлю вашему вниманию обзор на аккумуляторную дрель-шуруповерт Zuber ZDA-12-2KIN ZDA-12-2KI. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании к видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Аккумуляторная дрель шуруповерта Zuber ZDA-12-2KIN – это эргономичный современный инструмент с идеальной развесовкой. Подсветка рабочего места, не перекрываемая патроном, способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой обеспечивает удобство использования, а мягкие накладки – надежный хват. Два аккумулятора, идущие в комплекте, помогают работать практически без простоев. Помимо них и аккумуляторного шуруповерта в комплекте идет фирменный кейс для удобной переноски и хранения изделия, бита 50 мм, ремешок, зарядное устройство и руководство по эксплуатации. Линейка удобного инструмента для сверления отверстий в различных материалах, а также для вкручивания-выкручивания крепежа отличается эргономичным современным дизайном, улучшенными характеристиками и увеличенной надежностью. Импульсное быстрозарядное устройство быстро и бережно заряжает батарею, предохраняя ее от преждевременного выхода из строя. Новое качество Zuber для настоящего мастера. Применяется для сверления отверстий в различных материалах при установке сверла, а также для закручивания откручивания крепежных элементов при установке соответствующих насадок. Двухскоростной планетарный редуктор при малых габаритах обеспечивает большой крутящий момент на первой скорости и высокие максимальные обороты на второй. Широкий диапазон регулировки крутящего момента позволяет настраивать изделие под предстоящую работу. Аккумуляторная батарея с усовершенствованной никель-кадмиевой технологией обладает большей энергоемкостью, что помогает закручивать больше шурупов на одной зарядке. Импульсное быстрозарядное устройство заряжает батарею в более щадящем режиме по сравнению с трансформаторными зарядными устройствами, что продлевает срок ее службы, минимизируя недостатки никель-кадмиевых батарей. Электронный тормоз уменьшает время выбега, позволяя быстрее менять расходный инструмент. Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне и большим, чем у конкурентов, значением на предпоследней позиции. Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Неудобно зажимать патрон рукой. А вот что покупатели оценили больше всего. Быстро заряжается. Есть подсветка. Приемлемая цена. Большая комплектация. Мощный. Удобный в использовании. Отличный крутящий момент. Цена-качество отличная. Работает на улице при минусовых температурах. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!